спортсмены из России, Армении, Польши, Узбекистана и Республики Гана. Встречайте, Денис Журавлев! Россия! Александр Добрынин! Россия! Чита! Аплодисменты земляку! Николай Ванюханов! Россия! Владивосток! Виктор Слободин! Россия! С огромным
приглашаю сюда на ринг чемпион мира по версии IBO WBA International, вице-президент Федерации профессионального бокса России Александр Бахтин! Мне очень приятно, что я сегодня здесь, в Забайкалье, на своей родине. Конечно же, хочу сказать, что такие бои, как драка в Забайкальском крае, и, конечно же, поднятие всех видов спорта. Для чего это делается? В первую очередь, это для наших детей, чтобы они смотрели на бойцов, которые выступают, и стремились становиться чемпионами. Конечно же, хочу поблагодарить руководство города Читы и организаторов этого шоу «Драка» Сергея Лагунова, то, что они делали и развивают спорт в Забайкалье. Всем ребятам, бойцам желаю ярких, зрелищных поединков и, конечно же, своему земляку, своему другу Семену Кривачеву. У него сегодня первый такой в его карьере бой, дебютный бой по профессионалам. Желаю, конечно, ему удачи. Я думаю, что все со мной согласятся, чтобы наш Семен сегодня этот бой выиграл ярко и красиво. Удачи! Еще раз аплодисменты. Великий человек, который поздравляет нашу забайкальскую землю. Александр Бахтин, ваши аплодисменты. Итак, дамы и господа, вы готовы к драке? Я вас не слышу. Вы готовы к драке? Последний раз повторяю. Вы готовы к драке? Ну что ж, тогда также бурными аплодисментами встречайте наших бойцов. Денис Журин.